России планируется создать единую биометрическую систему, которая упростит процесс совершения любых банковских операций. Для этого кредитные организации будут собирать фотографии и образцы голоса всех своих клиентов. Система сформирует для каждого клиента карточку с изображением лица и голосовым слепком. Она будет интегрирована с единой системой идентификации, созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. Благодаря новации, считают эксперты, можно стать клиентами любого банка, открыть вклад и получить кредит, не приходя в его офис, а пройдя проверку с помощью биометрии, которая к тому же хорошо защищена от злоумышленников. Полномасштабный сбор изображения лица и голосовых данных граждан начнется уже в следующем году.